2019 году значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. По данным Департамента полиции, за первые 6 месяцев текущего года число ДТП выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту дорожно-транспортных происшествий способствует несколько факторов. Один из них – это частое нарушение водителями правил дорожного движения. Среди них, по словам представителей компетентных органов, увеличилось количество тех, кто превышает скорость и управляет транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Бил, кала уманда, жол көлігі оқиғаларын саны. Количество преступлений, связанных с ДТП, увеличилось на 19%. В результате погибли 8 человек, 28 получили тяжелые, 8 средние и 175 легкие травмы. 10 преступлений, связанных с ДТП, были совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения. Также в текущем году на территории города выявлено 92 лица, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и привлечено к административной ответственности. Среди лиц, привлеченных к административной ответственности, трое гражданина были повторно задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 346 Уголовного кодекса, и судом назначено наказание в виде лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством. Несмотря на то, что 27 декабря 2019 года в Уголовный кодекс были внесены дополнительные изменения, ужесточающие наказание за преступления, связанные с ДТП, ответственность водителей не повышается. Отметим, что информационная кампания, направленная на повышение осведомленности водителей и горожан о необходимости соблюдения правил дорожного движения, будет продолжена. Сара Абдиева, Аслан Кожахметов, Самат Бескен, 77 News.